Вот на канале жизнь кипит. Дети все ловят крабов. Пожалуйста, там их вон много. Кричат что-то. Ну вот я добрался до залива. Это как бы фьорд. Красота. Тут вот тому, кто хочет костер пожечь. Но людей нету. Там вот, вот там вот два парня каких-то спали. То бишь люди приезжают и даже тут и спят, блин. Час ночи плюс 10. Днем плюс 20. Вполне себе в спальном мешке комфортно. Потому что не надо на земле спать. Там такие домики деревянные. Но без дверей. Так, вот поеду дальше. По горам покатаюсь. По этим местным холмам. Вон море там далеко, сейчас туда поеду.